Привет, девчонки, с праздником! Сегодня Спас, всех поздравляю с праздничком, со Спасом. Яблочки с медом же все покушали, молодцы. Так, сегодня я чем? Сегодня же праздник, ничего делать нельзя. Сейчас я вот оделась, джинсики, футболочку, иду. Мне надо сходить на рынок, отдать маме там. Передать со школьной, короче, родительский комитет, сдаем денежку. Что-то мне тут... Вы тоже собираете чеки? Он в кармане понаходила мусор. В общем, родители закупились деткам, скупили в школу, там разные принадлежности, и мы оптом все скупляем, и все, у всех все одинаково. В общем, мне надо пойти и сдать денежку. За меня и там за девочку еще новенькая в классе. Она попросила, чтобы я сдала. Если получится, поснимаю на улице, девчонки. Так, иду. О, тут лампочка одна перегорела, свет плохой. Девчонки, губы накрасила. Помада вот эта вот, тинт, которая не берется. Красивая? Красивая помада. Так, что мне надо сейчас? Так, мне надо взять сумочку. Сумочку. У меня тут, видите, сумочки стоят. Плохо видно. Плохо видно. С джинсовой не пойду. Пойду с маленькой. С маленькой сумочкой. Такая у меня сумочка. Серенькая. Серенькая сумочка. Ой, девчонки, сейчас одену. Надену. Так, духи. Духи, мне вот эти нравятся, духи, девчонки. Вот эти вот. Обожаю их. Сейчас подушимся с вами. Аромат. Аромат. Вот такие вот. Видно вам? Духи. Булгари. Хорошие духи. Бумажки побросала. Сейчас надо... А, мусор, наверное, выкину. Или не буду выкидывать уже. Ладно. Ой, подождите, а деньги я взяла с собой? Нет, конечно. Вот они у меня денежки лежат за себя и за девчонку. Деньги в кармашек. А что мне надо еще? Что-то я забыла. Девочки, вам не видно меня. Ага, карточку сейчас. Кошелек брать не буду. У меня в сумку в эту плохо влазит. Так, извините. Так, беру шлепки. У меня шлепки. Вот. Бывают шлепочки, джинсики. Все вперед. Девчонки, бабла. Очки. Очки. Если получится, поснимаю на улице. А не получится. А не получится, значит, не поснимаю. Вышла на улицу, спускаюсь. Цыгане ремонтируют двери. Цыганка что-то там с ломиком ремонтирует свои двери. Вот. Знаете, что я скажу? Ой, боже мой, все жужжит. Сейчас иду на рынок. Как пойти, длинным путем или коротким? Сейчас пойду чуть-чуть обойду, на немножко вам покажу магазин строительный. Иду. Ой, а на улице жарко. Ну так, хорошо, тепло. Вот сзади меня, видите, магазин мясного сна. Там мясо продается свежее, колбасы. Вот. Строительный магазин. Интерьер. Вот это у нас сейчас вот покажу. Сейчас девчонки в тень стану. Вот сзади меня находится здание. Это училище. Здесь учатся на поваров, кондитеров, по-моему, еще продавцов. Ну, что-то такое. Может, еще что добавили? Училище 116. А я иду на рынок. Сейчас покажу вам рынок. О, переключилась. Иду на рынок. Сейчас там мама работает, девочки.
Софийка в один класс ходит. У нее свой магазин. Рыбой торгует. Ей денежку передам. А с родительского комитета уже заберут. Снимала видео, прервалась связь. С родительского комитета звонят. Деньги сдать. Я говорю, я уже несу. Я говорю, магазин рыбка. Ну, хорошо. Сейчас пойду в Еву схожу. Мама просила краску для волос купить. Завтра поеду за Софийкой забирать. Вот училище у нас. Хотела вам школу показать. Ладно, в другой раз когда-нибудь покажу. Похожу по городу. С Софийкой будем гулять. Поснимаю. А вообще вам скажу. В маленьком городе. Сейчас расскажу. Вот если ты живешь маленькой, да, вот город у нас маленький, мы практически здесь все друг друга знаем. Вот ты идешь, мне надо все время здрасте, 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 здрасте. Вот так все время ходить. Девочка на что-то наехала. Сейчас в Еву схожу. У нас тут движение такое, машины, машины. В тенечек надо идти. Вот у нас еще один магазинчик. Здесь тоже у нас ермолинские продукты. Аня идет сейчас поварю. Девчонки, я уже пришла домой. На улице не смогла снимать. Я вам начала рассказывать, почему в маленьком городе тяжело снимать на улице. Потому что много знакомых. Я иду, привет, здрасте, привет, здрасте. Того встретила, того встретила. В общем, не поболтала. В общем, скупилась, в Ему сходила, маме там купила. Она мне заказывала краску для волос. Ну, в общем, разное. Так походила там, обувь походила, посмотрела в магазинчике. В общем, полазила по разным магазинам. Походила, полазила. Походила, пришла домой. Приехал муж. Он там ездил по делам. Покушал, уехал на другую. На работу поехал. А я одна дома. Сейчас буду кушать. Что-то время 3 часа. Сейчас пообедаю. И, наверное, буду сегодня заниматься... Чем буду заниматься? Лежать на диване и смотреть фильмы. Я буду кушать себе насыпать. Хочу насыпать себе покушать. Что-то я проголодалась. Сделала мужу кофе, он говорит, я не хочу, сделай чай. Так сейчас я его кофе допью. Вот. Помою посудку, покушаю котлетку. Завтра буду борщ варить, наверное. Девочки, завтра хочу сварить борщ. Поеду за Софийкой, заберу к маме, съезжу. И что? И буду, наверное, борщик варить. Хочу борща. Уже хочу я борщика. Достала вот икру, открыла кабачковую. Ну, это домашнее, сами закрываем. Икру покушаю, котлетку, гречку и попью кофе. Кофе себе сделала. Вернее, сделала мужу, но я его выпью с удовольствием. И буду лежать смотреть фильмы. Я вчера там начала фильм смотреть. Но время уже поздно было. Один посмотрели фильм. Такой не очень. О, как он назывался, забыла. Мне уже попутались эти фильмы. Позавчера смотрели фильм классный. Называется «Коррупционер», по-моему. «Коррупционер». Неплохой такой фильм. Есть... Стоит о чем задуматься. Вот. Скажу. Вот моя гречечка. Сейчас себе и корочки положу. Тарелочку покладу.
Мама закрывала кабачковую икру. Это еще с того года. Сейчас уберу. Все, покажу. Покажу, девчонки. Покажу. Вот. Сейчас эту сдвину. Мой обед. Буду обедать котлеткой. Так хорошо видно. Хорошо. В общем, еще раз поздравляю всех с праздником церковным. Спас яблочный. Всем желаю здоровья, любви, не болеть, чтобы у всех все было хорошо. Что еще вам пожелать? Всего-всего, что вы сами себе хотите пожелать, девчонки. Хорошего-хорошего. Чтобы детки не болели. Чтобы был мир на земле. Не было войны. Вот. Всех люблю. На сегодня все. Сегодня маленькое видео. Все. Пока-пока. Встретимся завтра. Будем борщ варить вместе. Может, поеду до мамы. Поснимаю еще там. Хорошо? Все, до завтра. Встретимся завтра.